Идея установить скульптурную композицию в знак всеобщего уважения и признательности возникла еще 3 года назад. И вот в год педагога и наставника ее удалось воплотить. Памятник посвятили труду учителей, воспитателей, наставников, преподавателей, тренеров. Инициатор – почетный гражданин, директор гимназии №1 Людмила Владимировна Раевская. Ее идею поддержал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Наша профессия, она богата знаниями, богата душой и сердцем, потому что учителя до последней капли отдают свое сердце детям. И сегодня с открытием этой скульптурной композиции, посвященной учителю, я думаю, начинается новая эра в жизни учителя. Как будет выглядеть памятник учителю, выбирали всем городом. Голосование провели в 112 образовательных учреждениях Ангарского округа. Эскиз скульптуры нарисовал Евгений Ставский. Воплотить идею удалось благодаря пожертвованиям. Участвовать в сборе средств мог каждый желающий. Суть одна. Люди, которые помогают найти себя в жизни и пойти по ней прямо. И добиться достойных результатов. Фигуры учителя с 3 детьми, сидящие на скамье, изготовили из бронзы в мастерской художественного литья в Красноярске. Сначала она была из мягкого материала. Представители администрации и учителя выезжали в Красноярск и вносили свои корректировки. В книге на долгую память оставили свои отпечатки. Высота фигур 1,5 натуральной величины. Постамент выполнили из гранита. Наверное, это незаслуженно, что столько лет в городе нереализованная идея создания памятника. Это, наверное, единственная скульптурная композиция в городе, где действительно десятки тысяч ангарчан приняли участие. Как правило, у нас были обычно титульные спонсоры каких-то проектов, но здесь действительно, здесь весь город включился. И частица каждого горожанина, она сегодня в этом памятнике. Место для памятника учителю выбрали не случайно. Его установили напротив Ангарского педагогического колледжа. Бронзовая композиция каждый день будет вдохновлять будущих учителей и воспитателей. Юлия Бархатова, Сергей Коваленков. Новости сейчас.